Ты уже знаешь, как все устроено. Просто дай нам знак. Можешь сделать еще быстрее и круче. Погнали! Контакт! Ломи им еще! Так держать, ты молодчина! Отличная работа, агент! Спасибо от World Corp. Отличная работа, агент!
Сегодня у нас благотворительная гонка. Договориться насчет нее было трудно, но мы это сделали. Куча народа начинает доверять. Пусть видят, что мы не какие-то бандиты. Эта гонка как раз хороший повод начать меняться. Ты знаешь о чем. Так вот, будем гонять по всему порту, включая грузовые корабли. Лифтуй осторожно, чтобы не вылететь за борт. Мало тебе не покажется, а чтобы произвести впечатление, есть более безопасные способы. Давай, продолжай! Thank you.
Люди считают нас опасными. Думают, что мы преступники, гоняем по улицам. Но это не так. Мы нечто большее. Нам нравится то, что мы делаем. Мы хотим выйти на новый уровень. Легальный. Меняться трудно, но нужно. В чем смысл? Приобщить всех к этому. Это будущее, понимаешь? Вопрос в том, к какому будущему стремимся мы. Камеры давно наготове. Ждем только тебя. Камеры давно наготове. Ждем только. Тебе. Камеры давно наготове. Ждем только тебя.
Покажи режиссеру настоящий класс! Тишина! Вот это удар! Еще разок! Отлично! Задаем жару! Так его! Спасибо от WorldCorp! Проблема прямо по курсу. Отлично. Добей противника. Отлично. Задаем жару. Отлично! Задаем жару! Черт, время почти вышло! Давай-ка еще дубль. Поехали. Покажи режиссеру настоящий класс. Тишина. Вот это маневр. Отлично. Молодчина!
это удар. Еще разок. Отличная работа, агент. Вот это маневр. Отлично. Все готово к съемке. По твоей команде. Тараних, и не забывай про улыбку. Пишем. Готовься, будет непросто. Давай обратно.
Это удар. Еще разок. Внимание! Впереди опасно! Так, осторожно, препятствие. Отлично. Задаем жару. Твоя взяла. Поздравляю. Так держать. Ты молодчина. Отличная работа, агент. Вот это маневр. Отлично. Черт, время поджимает. Доступен абсолютно новый эпизод из серии Live Extreme. Тебя пригласили на еще одну гонку Live Extreme. Поверь мне, у восходящей звезды свои преимущества.
Тио хочет кое-кого впечатлить своей победой в гонке. Победишь его, перейдешь ему дорогу. Погоди-ка, у Тио есть подружка? А я думал, он на своей тачке женат. Человек просто полон сюрпризов. Нужно обойти его прямо сейчас. Прямо сейчас, слышишь? Начинается спецучасток номер 8 US Speed Tour West, Сан-Франциско, Калифорния. Машины мчатся сквозь город Золотых Ворот, самый старый и крупный Чайна-таун Америки.
Участвуйте в US Speed Tour East Miami. Состязание на улицах волшебного города Флориды.
Они прошли контрольную точку, близкие к финишу. Кто же оставит свой след?
Симура — наши спонсоры с первого дня. Пришло время перезаключать договор, и я совсем не хочу их терять. Нам надо показать им, что они не зря вложили свои деньги. И под нами я подразумеваю тебя. Хорошие новости. У Симура в деле. И все благодаря тебе.
нервничай, и ты победишь. We'll be right back.
Режиссер готов к съемке. Ждем тебя. Разберись с ними по-быстрому. Камера, мотор. Так его. Спасибо от Волткорп. Так его. Спасибо от Волткорп. Отлично. Забей противника. Контакт. Вломи им еще. Спонсоры открывают дверь. Все просто. Найди правильного спонсора и окажешься в таких местах, о которых раньше даже не мечтал. Я говорю, например, про Центральный парк. Тонкая грань между дрифтом и неконтролируемым заносом. Помни. We'll be right back.
как легко тебе все дается! Thank you.
Okay.
Приветствую на US Speed Tour East, Нью-Йорк. Большое яблоко. Город, который никогда не спит. Скоро окажутся у финишной черты. Какой же водитель поставит рекорд? Yeah.
Приветствую на US Speed Tour East, Нью-Йорк. Большое яблоко. Город, который никогда не спит.
Уже скоро окажутся у финишной черты. Какой же водитель поставит рекорд?
Хочешь узнать, что будет со сломанными деталями? Они просто станут запасными. С их помощью ты можешь изменить свои моды, но только придется немного раскошелиться. Выбери один из двух новых модов или оставь оригинальный, но деньги и запасные детали все равно придется потратить. Так что, как говорится, выбирай с умом.